Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробах же Он даровав. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и тем, кто в гробницах жизнь даровав. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и тем, кто в гробницах жизнь даровал. Воскресение день, просияем люди Пасха, Господня Пасха, ибо от смерти к жизни, из земли к небесам, Христос Бог нас перевел. Песнь победную поющий, Христос воскрес из мертвых. Очистим чувства и увидим неприступным светом воскресения сияющего Христа и говорящего: «Радуйтесь, ясно услышим, воспевая песнь победную, Христос воскрес из мертвых». Небеса достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует и весь мир, как видимый, так и невидимый, ибо Христос восстал, веселье вечное. Пресвятая Богородица, спаси нас! Умерщвление предел сломила ты, носив во чреве жизнь вечную Христа, из гроба воссиявшего в сей день, Дева всенепорочная и мир просветившего. Пресвятая Богородица, спаси нас! Воскресшим увидев Сына Твоего и Бога, радуйся с апостолами, благодатное, чистое, и первое слово радуйся, как причина радости для всех приняла ты, Богоматерь всенепорочная. Придите, будем пить питье новое, не из камня бесплодного чудесно изводимое, но без смерти источник, пролившийся из гроба Христом, на котором мы утверждаемся. Христос воскрес из мертвых. Ныне все исполнилось света, и небо, и земля, и преисподняя. Пусть же празднуют Твое творение восстание Христа, на котором утверждается: Христос воскрес из мертвых. Вчера я погребался с Тобою, Христе, с Тобою воскресшим, в сей день восстаю. Распинался я с Тобою вчера, сам прославь меня с собой, Спаситель в Царстве Твоем. Пресвятая Богородица, спаси нас! К жизни непорочной перехожу я в сей день, по благости родившегося от Тебя чистая, и все мира концы светом озарившего. Пресвятая Богородица, спаси нас! Увидев Бога, которого во плоти носила Ты во чреве чистое, из мертвых восставшим, как сказал Он, ликуй, и как Бога непорочно Его величай. Жены, пришедшие с Марии до рассвета и нашедшие камни отваленным от гроба, услышали от ангела во свете вечном пребывающего: что вы ищете среди мертвых, как человека? Посмотрите на погребальные пелены, бегите и миру возвестите, что восстал Господь, умертвив смерть, ибо Он – Сын Бога, спасающего род человеческий. На божественной страже благословесный Аввакум достанет с нами и покажет светоносного ангела, ясно возглашающего сей день спасения миру, ибо воскрес Христос, как всемогущий. Христос воскрес из мертвых. Мужем, как рассверший девственное чрево, явился Христос, а как предлагаемый в пищу назван агнцем, непорочным же, как непричастный скверни. Он наша Пасха, и как Бог истинный зовется совершенным. Христос воскрес из мертвых, как однолетний агнец,
Для нас добрый венец, благословенный, добровольно заколот за всех, как Пасха очистительная, и вновь воссиял нам из гроба прекрасным правды солнцем. Христос воскрес из мертвых. Богоотец Давид пред ковчегом подобными тени скакал, играя. Мы же, святой народ Божий, исполнение прообраза видя, возрадуемся Бога вдохновенно, ибо воскрес Христос, как всемогущий. Пресвятая Богородица, спаси нас, создавшая Адама, твоего праотца, чистая созидается от тебя. И все день он смертью свою празднил, через того пришедшую смерть и всех озарил божественными блистаниями воскресения. Пресвятая Богородица, спаси нас. Видя Христа, которого носила ты в чреве чистое, прекрасно из мертвых воссиявшего, сей день для спасения всех, славная и непорочная среди жены прекрасная, с апостолами радуясь, его прославляй. Бодрствовать будем с раннего утра, и вместо мира принесем песнь Владыки, и Христа узрим правды солнца, всем жизнь излучающая. Христос воскрес из мертвых. Безмерное Твое милосердие, видя Христе, связанные узами ада, к свету устремлялись радостными стопами, восхваляя Пасху вечную. Христос воскрес из мертвых. Приблизимся со светильниками в руках ко Христу, выходящему из гроба, как жениху, и отпразднуем вместе с торжествующими небесными полками Пасху Божию Спасительную. Пресвятая Богородица, спаси нас! Просвещается божественными и живоносными лучами воскресения Сына Твоего, Богоматерь Пречистая, радости исполняется благочестивых собраний. Пресвятая Богородица, спаси нас. Не отверз ты врат детства при воплощении, не нарушил печати гроба, а царь создания, и потому воскресшим тебя видя, матерь радовалась. Сошел ты в глубочайшие места земли и сокрушил засовы вечные, державшие заключенных в оковы Христе, и на третий день, как из Китая, Вона воскрес из гроба. Христос воскрес из мертвых. Сохранив печати целыми Христе, ты восстал из гроба заключенного чрева Девы, не повредивший при рождении твоем, и открыл нам райские двери. Христос воскрес из мертвых. Спаситель мой, живая и незаколаемая жертва, сам себя, как Бог, добровольно принеся Отцу, ты воскресил с собою общего родоначальника Адама, воскреснув из гроба. Пресвятая Богородица, спаси нас! Издревле удерживаемая смертью и тлением, возведенно к нетленной и вечной жизни, воплотим от Твоего пречистого чрева, Богородица Дева. Пресвятая Богородица, спаси нас. Сошел в глубочайшие места земли, в недра Твои чистые, сошедшие, вселившиеся и воплотившиеся превыше ума. И воздвиг он с собой Адама, воскреснув из гроба. Хотя Ты и сошел во гроб бессмертный, но уничтожил силу ада. И воскрес, как победитель Христе Боже, женам мироносицам возгласив, радуйтесь, и твоим апостолам мир даруя, ты, дающий падшим воскресение. Прежде солнце, бывшее солнце, зашедшее некогда во гроб, придя еще до наступления утра, искали, как дневного света мироносицы девы, и одна к другой взывали: «О, подруги, давайте помажем благовониями тело, источающее жизнь погребенная,
вплоть того, кто воскрешает падшего Адама, лежащего в гробнице. Пойдемте, поспешим, как волхвы, и поклонимся, и принесем мира, как дары уже не пеленами, а плащаницу обвитыми прольем слезы, и воскликнем: о, владыка, восстань, дающий падшим воскресение. Воскресение Христа увидев, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим, ибо Ты Бог наш. Кроме Тебя иного не знаем. Придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению. Ибо вот пришла через крест радость всему миру, всегда благословляя Господа, воспеваем воскресение Его, ибо Он, распятие претерпев, смертью смерть сокрушил. Воскрес Иисус из гроба, как предсказал, даровав нам вечную жизнь и великую милость. Отроков из печи избавивший, став человеком, страдает, как смертный, и своим страданием облекает смертное в красоту бессмертия. Единый, благословенный, Бог отцов и препрославленный. Христос воскрес из мертвых. Жены богомудрые с благовонием вслед тебе спешили, но кого они, как смертного, со слезами искали, тому с радостью поклонились, как живому Богу, и Пасху таинственную ученикам Твоим, Христе, благовествовали. Христос воскрес из мертвых. Смерти празднуем возвращение, ада разрушения, иной вечной жизни начало, и в восторге воспеваем тому виновника, единого благословенного Бога Отцов и препрославленного. Христос воскрес из мертвых. Поистине священно и достойно всякого торжества эта ночь спасительная и светозарная, светоносного дня воскресения предвестница, в которую вечный свет из гроба во плоти для всех воссиял. Пресвятая Богородица, спаси нас. Умертвив в сей день смерть, Сын Твой всенепорочная, всем смертным жизнь, пребывающую во веки веков, даровал. Единственный, благословенный Бог Отцов и препрославленный. Пресвятая Богородица, спаси нас. Царствующий над всем творением, став человеком, вселился в Твое чрево, Бога благодатное, и распятие, и смерть претерпев, воскрес, как подобает Богу, воздвигнув нас с собою, как всесильный. Этот желанный и святой день, первый от субботы, царственный и главный, есть праздников праздник и торжество из торжеств. Сей день благословляем Христа вовеки. Христос воскрес из мертвых. Придите, вкусим нового плода виноградной лозы, божественного веселья, в славный день воскресения, и примем участие в царстве Христа, воспевая Его, как Бога вовеки. Христос воскрес из мертвых. Подними очи Твои сион, и вокруг посмотри, ибо вот сошлись к Тебе, как божественно сияющие светила от запада и севера, и моря, и востока, дети Твои, благословляющие в Тебе Христа вовеки. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Отец, Вседержитель, и Слово, и Дух, единое в трех лицах существо, Всевышнее и Божественнейшее, в Тебя мы крещены, и Тебя благословляем во все века. Пресвятая Богородица, спаси нас! Пришел в мир Творец, через Тебя, Дева Богородица, и чрево ада расторгнув, нам смертным воскресенье даровал. Потому мы благословляем Его
вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас, низложив все могущество смерти, Сын Твой, Дева, своим воскресением, как Бог крепкий, вознес нас с собою и обожил, потому мы воспеваем Его вовеки. Светись, светись, Новый Иерусалим, ибо слава Господня над тобой взошла. Ликуй ныне и красуйся, Сион, ты же радуйся, чистая Богородица, о воскресении рожденного тобой. Христос воскрес из мертвых. О Божественное, о Возлюбленное, о сладчайшее Твое Слово! Ибо Ты неложно обещал быть с нами до кончины века Христе, держась Его как якоря надежды нашей, мы верные радуемся. Христос воскрес из мертвых! О Пасха великая и священнейшая Христе! О мудрость и Слово Божие и сила! Даруй нам совершение к Тебе приобщиться в вечно светлом дне Царства Твоего. Пресвятая Богородица, спаси нас! Мы верны, согласно прославляем Тебя, Дева. Радуйся, дверь Господня, радуйся, град одушевленный, радуйся, ибо благодаря Тебе сей день нам воссиял свет воскресения из мертвых от Тебя рожденного. Пресвятая Богородица, спаси нас! Веселись и радуйся, Божественная дверь света, ибо Иисус, зашедший во гроб, взошел, просияв светлее солнца и всех верных озарив, Богом обрадованная владычица. Плотью уснув, как смертный, ты, Царь и Господь, на третий день воскрес, Адама воздвигнув из тления и упразднив смерть, Пасха нетления, мира спасения. Да восстанет Бог, и рассеются враги Его. Пасха священная в сей день нам явилась, Пасха новая, святая, Пасха таинственная, Пасха всеми чтимая, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных. Пасха, двери рая нам открывшая, Пасха, освещающая всех верных. Как исчезает дым, да исчезнут. Идите после видения, жены благовестницы, и Сиону возгласите, прими от нас радость благовестия воскресения Христова. Веселись, ликуй и радуйся, Иерусалим, Царя Христа узрев, как жениха, из гроба выходящим. Так-то погибнут грешники от лица Божия, а праведники да возвеселятся. Жены мироносицы глубоким утром гробницы жизни подателя представ, нашли ангела на камне восседавшего, и он, обратившись к ним, так возглашал: «Что вы ищете живого между мертвыми? Что оплакиваете нетленного к тлению подпавшего? Возвратившись, возвестите ученикам его». В этот день, который сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вон им. Пасха радостная, Пасха Господня, Пасха, Пасха все... Священная нам зашла Пасха, радостно друг друга обнимем. О Пасха, избавление от скорби, ибо из гроба в сей день, как из брачного чертога просияв Христос, жен исполнил радости словами. Возвестите апостолам: слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Воскресение день, и засияем торжеством, и друг друга обнимем, скажем: братья,
и ненавидящим нас. Все простим ради воскресения. И так возгласим: Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и тем, кто в гробницах, жизнь даровав. Молитесь, Игнатий Тихонович. Молите Бога о нас. Молите Бога о нас. Спаси, Господи, помилуй самого духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диомида, Тихона, Антония, священного Иоакима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Владимира, Засимарисия, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона, и весь священнический, иноческий чин, и высший священнослужитель миссионеров, к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, если угодно тебе, Господи. Смири власти воинств твоих, и через них сотвори благое церкви твоей, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Петра, Александра, Дагена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии, где война идет, Господи. И научи нас ценить это мирное время. И защити детей Сирии, спаси их и помилуй. Слава тебе за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил, Господи. И разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить таланты, тобой дарованные. Для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас от всякого зла, греха, соблазна и в этот день. Сохрани и защити нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы живущих там Андрея. Игоря, Игоря, Серафиму и сына, Владимира найди. Людмилу, Любовь, Алексея, Иосифа, пришли добрые жители с детьми, любящим устав твоих любящих. И нас помилуй, милость твоя ради. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чада, их Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алевтину. И расширь пределы общин. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Евгению, Анастасию, Наталью. Михаила, Сеню, Нину, Анну, Юрия, Екатерину, Екатерину, Галину, Сергея, 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 Александра, 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 помилуй, Господи. Возри на врагов и утиши их злобу, не дай желаемого, не исполни их недоброе, гибельное желание. И в судный день не помяни их безумие, Александра, Александра, Евгения, Виктора, Сергея. Помилуй их, обрати на путь спасения и примирись с нами. Благослови, Господи, благодетелей наших, воздаем добром и спасением. Елену, Людмилу, Леонилу, Татьяну, Евгения, Наталья, Юрьевна, Эдуарда, Надежду. Посети болящих, Господи, дай силы, терпения, все перенести безропотно. И пошли им исцеление. Валерия, Илариона, Кирилла, Надежда. Анастасию, младенца. Татьяну, 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 Валентину, Валентину. Анну, Марию, Александру. Благодарю тебя, Господи, за здоровье и за болезни. За друзей и за врагов. Ибо по твоему благоволению все это может оказаться на пользу.
Аллилуйя. Господи, избави от пьянства этого недуга Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря. И благослови путешествующих, возврати их с миром. Раису, Льва, Виктора, Виталия. Аллилуйя. И Романа избави от духа лжи и упрямства. Благослови Никиту и даруй духовное рождение и стремление к Тебе. И это наше сокровище в интернете. И книги здесь и в пути сохрани, как по сей день Ты хранил и дивно защищал. Слава Тебе! И благослови помогающих, трудящихся Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Сергея, Андрея, Валентина, всех помогающих, Дмитрия, Вячеслава. Аллилуйя! Ты знаешь, Господи, всех. И найди отступников, наставь на путь истины Михаила, Николая, Александра, Юлию. И найди все наше родство, обрати и отростки их. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И обрати на путь истины Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. И нас помилуй, милости Твоей я ради. Аллилуйя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который Ты дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину, каноны Церкви. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Господи, воздай добром помогавшим нам в путешествии Павла, Зинаиду, Владимира, Надежду, Людмилу, Дмитрия, Сергея. Ты всех знаешь. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешим. Благодарю Тебя, мой ангел. Столько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Только в вечности все это откроется. Прошу Тебя, мой ангел, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным и видеть нуждающихся в нашей помощи. Святитель Христов Никола, моли Бога о нас. Господи, даруй жилье каждому из Сергею и Гавриилу. И укрепи народ твой не страшиться царей и начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрохи, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь Свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры, и сосудами, полными лея добрых дел, соделанных Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолы Божии предстоящие, святые апостолы Петр и Павел, евангелисты Матфея, Марк, Лука и Иоанн,
дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устинь Философ, Космай Дамиян, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник Медийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир Вамини, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Анфим и Вениамин, дай веру в старших родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Да сохранит нас Господь в святой православной вере. А замысл еретиков в ничто преврати и развей. Аллилуйя. Этого Алексея найди, обрати. Дай ему веру, Господи. Найди новые души. Слава Тебе, Христе Боже наш. Молите Бога о нас, святые жены и девы. Фёкла первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь их София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна Устина. Молите Бога о нас. Дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Исправь непокоривость Галины, семейства и Евгении, Надежды, Надежды, Светлана Мария Раиса, Людмила и Анна. И прими нашу молитву воздяние рук, как жертву вечернюю благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи Боже наш. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. О, всемогущий Создатель! Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, мы просим во имя Иисуса Христа и жертвы Голгофской, ради пролитой крови Твоей, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушай, Ты да слышит раб Твой. Аминь. Христос воскрес всем. Аминь. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Доброе утро. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Продолжаем.
чтение из книги «К истинному православию». И следующий подзаголовок: «Спаси нас, Господи, от забот житейских». В последних наставлениях Иисус Христос предостерегал: «Смотрите за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Евангелие от Луки, 21 глава, 34 стих. Еще цитата. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Евангелие от Матфея, 6 глава, 25, 31, 34 стихи. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Псалом 54, 23 стих. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. «Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? И это суета». Екклесиаст, 2 глава, 22 стих. «Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божиим. И это суета и томление духа». Екклесиаст, 2 глава, 26 стих. «А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода». Евангелие от Луки, 8 глава, 14 стих. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие как не плачущие, и радующиеся как не радующиеся, и покупающие как не приобретающие, и пользующиеся миром сим как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодили Господу, а женатый заботится о мирском, как угодит жене». 1 Коринфянам, 7 глава, с 29 по 32 стих. «Кто ищет божественную премудрость, тот скоро освободится от забот». Премудрость Соломона, 6 глава, 15 стих. «Премудрость Божия есть советница на доброе и утешение в заботах и печали». Премудрость 8.9. «Ревность и гнев сокращают дни, а забота прежде времени приводит старость». Сирахов 30.26. «Потому о лишнем не заботься». Сирахов 3.23. «Прежде болезни заботься о себе». Сирахов 18.19.
Слово Божие настаивает заботиться о чести имени своего, не запятнать его грехом. Заботься об имени, ибо оно пребудет с тобою доле, нежели многие тысячи золота. Сирахов, 41 глава, 15 стих. Выполнить попечение о дочери. Дочь для отца – тайная постоянная забота, и попечение о ней отгоняет сон. В юности ее как бы не отцвела, а в замужестве как бы не опротивила. В детстве как бы не осквернилась и не сделалась беременную в отцовском доме, а в замужестве, чтобы не нарушила супружеской верности и в сожительстве с мужем не осталась бесплодная. Над бесстыдною дочерью усиль надзор, чтобы она не сделала тебя посмешищем для врагов, притчей в городе и упреком в народе, и не осрамила тебя пред обществом. Сирахов 42, 9. Господь удерживает излишнюю любознательность о судьбах всего мира. А ты заботься о себе и подобным тебе ищи славы. 3 Ездра 8:51. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Послание Филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Священнослужитель же всегда должен заботиться о проповеди народу, о своем духовном росте. Цитата. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Первое послание Тимофею, 4 глава, 15 и 16 стихи. «И не входить в заботы житейские, депутатские, в распоряжение мирскими делами». Цитата. Дошло до Святого Собора, что некоторые из принадлежащих клиру ради гнусного прибытка берут на откуп чужие имения и устрояют мирские дела. О Божьем служении не брегут, а по домам мирских людей скитаются и поручения по имениям приемлют из сребролюбия. Посему определил Святый Великий Собор, чтобы впредь никто, ни епископ, ни клирик, ни монашествующий, не брал на откуп имений и в распоряжение мирскими делами не вступал. Разве токмо по законам призван будет к неизбежному попечительству над малолетними, или епископ града поручит кому иметь попечение о церковных делах и о сиротах и вдовах беспомощных, и о лицах, которым особенно нужно оказать церковную помощь? Ради страха Божия. Если же кто впредь дерзнет приступить сие определение, таковы да будет подвергнут церковному наказанию. Четвертый Вселенский Собор, третье и десятое правило. Еще цитата. Поскольку некоторые из клира, уклоняясь от силы существующего в правилах постановления, оставив свой приход, отбегают военные приходы, наипаче же всем богоспасаемым и царствующим граде,
и у мирских начальников водворяются, отправляя богослужения в их молитвенницах, то сих без воли своего и константинопольского епископа не позволяется принимать в каком бы то ни было доме или церкви. Если же кто сие сотворит и в том упорен будет, да будет извержен. А тем, которые с согласия вышереченных священноначальников сие творят, не надлежит принимать на себя мирских и житейских попечений, как божественными правилами возбранено сие творить. Если же кто обрящится, занимающий мирскую должность, у так называемых вельмож, или да оставит оную, или да будет извержен. Лучше же да идет учить отроков и домочадцев, читая им Божественное Писание, ибо для сего и священство получил. Седьмой Вселенский Собор, 10-е правило. Цитата. Пресвитеров или диаконов, приемлющих на себя мирские начальственные должности или попечения, или в домах мирских начальственных лиц звания управителей, божественное и священное правило подвергают извержению. Тоже и мы, подтверждая о прочих принадлежащих, клиру определяем. Если кто из них вступит в мирские начальственные должности, или в домах начальственных лиц, или в городских предместьях примет на себя звание управителя, такой да изгонится из своего клира. Ибо порещенному от самого Христа истинного Бога нашего и неложному слову никто не может двум господам работать. Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих. Двукратное, что-то 11 правило. За исключением только попечения по повелению епископа о сиротах или беспомощных. Цитата. Рассуждено, да не бывают епископы и пресвитеры и диаконы откупателями ради корысти или управителями, и да не приобретают пропитание занятием бесчестным или презрительным. Ибо долженствуют взирать на написанное. Никто, воинствуя Богу, не обязуется куплями житейскими. 2 Тимофею, 2 глава, 4 стих. Карфагенский собор, 19 правило. Слово «не забудься» не означает «не работать» или «небрежно, бездумно жить». «Не забудься» — не ахай, не стани, не умирай прежде времени от забот, но усердно и честно трудись, уповая в молитве во всем на Бога и не загадывай вдаль, но говори. Если Господу угодно будет и живы будем, то сделаем. Зря не хвались, не тщеславься с весны языком собирать в закрома. Цитата. Теперь послушайте вы говорящие. Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро
и не делает, тому грех. Послание Иакова, 4 глава, 13 по 17 стих. Оттого многое в общественных и частных делах. Ух ты. Так, прошу прощения. Оттого многое в общественных и частных делах идет у нас не по нашему желанию, что мы заботимся не о духовном прежде всего, а потом о житейском, но извратили порядок. Не жизнь для пищи, но пища для жизни дарована от начала. И мы как будто для едения, а мы как будто для едения пришли в мир, так все проживаем на это. Иоанн Златоуст. Кто желает и заботится, чтобы одежда или обувь шла ему с целью понравиться людям, тот, очевидно, страдает человекоугодием, удаляется от Бога и в самых малоценных вещах выказывает недуг суетности. Люди, сильно предавшиеся житейским попечениям, подобны откормленным птицам. Напрасно имея крылья, они не могут оторваться от земли. Василий Великий. Еще цитата. Иметь попечение о видимом свойственно не представляющим для себя никакой надежды в будущем веке. Ни страха суда, ни угрозы гиенской, ни ожидания благ, ничего-либо уповаемого по воскресении. Свойственно людям, которые наподобие животных, видят только настоящую жизнь, признают за благо одно то, что может дать удовлетворение гортани, чрева и прочих сладострастных требований. Григорий Ниский. Еще цитата. «Пренебрежем всем житейским, отвлекающих ум от Бога, ибо за силой и красотой следует старость и немощь, славу и богатство рассеивает смерть и тление, а правда пребывает вовек». Ефрем Сирин. Еще цитата. «Лучше носить ветхое и заботиться о душе, страхи Божии, чем одеваться пышно и жить неблагочинно». Ефрем Сирин. Заботящиеся только об украшении своего дома, богатые только внешними благами, не родят о внутренних благах и не обращают внимания на то, что душа их пуста, нечиста и покрыта паутиной. Но если, презрев внешнее, они всю свою заботливость обратят на свою душу и будут украшать ее, она сделается жилищем Христовым. Что может быть безопаснее и выше, чем иметь лишь одну заботу о том, как угождать Богу? Цитата. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом и Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 1 стих. Господь, когда видит благомыслящую душу,
немного заботящуюся о настоящем, являет о ней великое промышление. Если мы сами заботимся об имуществе, Бог удаляется от помышления о нем. А если все возложим на его попечение, он и наше имение устроит во всякой безопасности. Не будем не родить о душах своих, потому что душе нет цены. Охотно претерпим искушение, всякую скорбь и тесноту, будем укрощать тело, порабощая его душе строгим постом, всенощными бдениями, возлежаниями на голой земле, трудами и вообще суровой жизнью, чтобы душа наша со дня на день обновлялась. Иоанн Златоуст. Что, наверное, все на сегодня? Закончим на сегодня, Игнат Тихонович, наверное. Да. Да. Все, пока, прощаюсь. Все, пока, прощаюсь. Так, а на следующей неделе-то как-то канон уже по-другому, просто утреннее правило читать или... Да можно и такое, да, добавить псалтырь. Пасхальное там насчитается 40 дней. А, 40 дней пасхальное считается, да? Да. Ну не целиком, там большие изменения, но это знатоков. Ну понятно. Так, вопросов нет, я ухожу. С Богом. Ты, Сергей, там, где у тебя считаешь пасхальное, пройдись так в тишине. Буквы Е, Ё поставь, где Ё, чтобы не путаться. Попала эта буква, не милость. А вот Солженицын дал согласие на издание своих трудов при одном условии, чтобы где Ё, еще Ё стояло. Все, тогда отошел. Ладно, с Богом.